Как известно, в начале мая месяца 4, 5, 6 числах в городе Каспийск пройдет чемпионат Европы по вольной классической и греко-римской борьбе. До начала чемпионата остается совсем мало времени. Вот уже неделю как в города Дагестана каждый день приезжают спортсмены со всей Европы. На днях мы побывали в Эстюшор имени братьев Ирбайхановых, куда на сегодняшний день уже приехали и проводят тренировочные сборы команды Болгарии, Латвии, Казахстана и Австрии. Мы же побеседовали с представителями и тренерами этих команд. Со своими впечатлениями поделился главный тренер Болгарии по вольной борьбе, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Серафим Борзаков. Мы приехали в понедельник утром. 7 человек команда. Готовимся за европейский чемпионат. Условия здесь это лучше. Партнеры много. Я это за третий раз приехал в Хасаюрт. Здесь нравится это борьба, это номер одно. Сильно развито здесь. И это я тоже хочу поднимать мои борцы, увидеть, как здесь тренируют и как должен будет. Как будет 100% тренировать. Вы раньше, когда бывали здесь, вы участвовали и на турнире Маханова, да? Да, я два раза участвовал на турнире Маханов, один раз выиграл, потом один раз проиграл, но впечатление это лучше здесь оставить. Серафим, сегодня, когда вы посмотрите, как тренируются ребята, какая-то разница есть? Да, есть. Это я к этому приехал здесь, должен хорошие партнеры. И разница у нас сейчас. В прошлом году, знаете, че борьба в Болгарии была за него, сейчас упали. Но должен это приехали и должен подниматься, че это трудно сейчас. Я знаю, что в Болгарии развита тяжелая атлетика была сильно. Очень развита, я помню. Сильно сейчас это. Дай Бог, можно заживиться. Ну, а для участия Каспийских на чемпионате Европы, как ваши ребята, как думаете? Есть такие хорошие у нас, спортсмены? Есть. Титулованные есть? Да, это очень глубоко. Неплохой, значит, 1 килограмм, он неплохой. Должен. Призер чемпионата мира и Европы Владимир Дубов из команды Болгарии также доволен условиями данной школы борьбы. Здесь всегда борьба дагестанская славилась хорошими борцами, хорошей школой. Не только здесь плюс, я радуюсь, когда приезжаю бороться. Вы не первый раз? Нет, не первый раз. И ребята тоже знают меня, тоже приятно, что я приезжаю. Молодых я учу, но по опытнее меня учат. И так мы растем друг с другом. Мне приятно, что нас приняли здесь, мы тренируемся с ребятами. Настрой как чемпионат? Нормально? Да, нормально. Не первый год, уже 20-30 лет прошло уже. Так что опыт есть. Будет день, будет борьба. Главный тренер Казахстана по вольной борьбе Пернебек Беласар приехал с 4 спортсменами, которые будут выступать за свою страну. Народ здесь. Мы здесь каждый год перед чемпионатом Азии, перед чемпионатом здесь бываем на сборах. Всем тренерам спасибо здесь. Нам вот постоянно помогают. Совместно работаем. Вот спасибо всем. Здесь же на тренировках мы застали и чемпиона мира Европы и Всемирной универсиады в городе Казани Бекхана Гойгиреева. Вот сегодня у нас тренировочные схватки. Начались тут, можно сказать, сборы. Приехали несколько команд туда. Латвия, Казахстан, Болгария. Некоторые ребята из Казахстана готовятся на чемпионат Европы. Мы им чуть помогаем. Здесь условия неплохие для этих команд, чтобы они понимали, что готовились. Можно сказать, тут маленькие сборы у нас тут. И у нас часто бывает из других стран, ребята из Франции, Киргизстан, ну разных стран бывают, ребята. Все довольны, все не хватает. Что
спарринг зал тоже есть. Есть ребята для спарринга, да? Да, есть очень много ребят для спарринга. Это очень хорошая школа, школа ЕБХ. Мы потихоньку готовимся. Чемпионат Европы подготавливаем. В свою очередь директор Эстюшор имени братьев Вербайхановых Ваха Ирбайханов отметил. Приехали разные сборные. Сборная Болгарии, Казахстан есть, Латвия есть. Да, подготовительный сбор, чемпионат Европы. Сейчас Австрия должна приехать. Потом их тоже, что-то у них проблемы с документами, с визами. Мы должны приехать. Сегодня вот готовимся к схватке. У нас очень хорошие схватки. И вот, и Том Гретлин, у нас два человека. Они тоже будут бороться. Грэпплинг. Три вида классические. Это грэпплинг, классическая борьба и борьба. Готовимся. Да, тут очень. Мы получаем пользу, они получают пользу. Очень хорошие спарринг-партнеры. Вроде бы все нормально. Спрашиваем, вроде бы они довольны. Очень доволен. Тут в спортивной школе имени братьев Вербайхановых, известной не только у нас в республике, но и далеко за его пределами, подготовивших таких известных мастеров ковра, как трехкратный олимпийский чемпион Вася Сатиев, его младший брат олимпийский чемпион Адам Сатиев, олимпийских чемпионов Рамзана Ирбайханова, Жамала Трустанова и многих чемпионов мира и Европы, спортсмены из ближних и дальнего зарубежья смогут получить хорошие уроки в тренировочных спаррингах. Мы желаем успехов всем спортсменам на предстоящем чемпионате Европы.